Всем приветики. Итак, я решил показать, что делать, если вас не захватывается игра. То есть, вот она игра, она запущена, и вы решили ее захватить. То есть, вы нажимаете «Захват игры», пишете там название игры, выбираете отдельное окно и выбираете игру. Все, она у вас захватилась. Если она у вас таким образом не захватилась через «Захват игры», вы можете ее захватить через захват окна. Тоже пишите название, добавляете и выбираете окно. Но в данный момент нет никакого окна. То есть, если вот сейчас создать какое-нибудь окно, допустим, вот, то окно появится. И все, больше никаких окон нет. Для того, чтобы захватить, вы идете в игру, нажимаете либо Alt-Enter, либо в опциях игры, если Alt-Enter не работает, в настройках графики выключаете полный экран, и она переходит в оконный режим. И тогда уже через захват окна вы можете уже выбрать игру. И у вас уже вот она захвачена, игра через окошко. А если же вы через захват и окна тоже не получилось, то есть не через захват игры, не через захват окна, тогда можете захватить весь экран, и тогда у вас захватится игра уже по-любому. Захватится вообще все, что есть на экране. Ну, правда, будут видны и все окна остальные. Курсор, там вся вот эта вот, любые все окна, там пуск, вообще все будет видно. Ну, это все равно поможет вам захватить игру. То есть вы можете, если вы, например, транслируете или записываете, захватить таким вот образом игру, даже сделать ее на весь экран и закрыть вот лишние окна, вообще все закрыть и просто запустить игру, захватив весь экран. А потом, когда вам и назначить кнопку на горячую кнопку на включение-выключение этого окошка. То есть, например, вот заходите в горячие клавиши и нажимаете на какой-то определенный источник клавишу. И просто потом заходите в игру, вот вы запустили игру. То есть у вас захват игры, захват окна не работает. Вы заходите в игру, заранее добавив функцию захвата экрана и назначить на него горячую клавишу. И когда зашли в игру, нажимаете эту горячую клавишу, и все, у вас игра захватывается. Ну, то есть, вернее, весь экран захватывается. Правда, если у вас какое-нибудь окно там выскочит со скайпа или там еще с чем-нибудь, его тоже будет видно. Ну, то закройте все эти лишние программы, чтобы только игра была. А потом, когда поиграли, нажали горячую клавишу, и экран, захват экрана отключился. То есть, раз, нажали клавишу, оно отключилось. И все, и у вас таким образом можно ли решить проблему. Одним из этих способов. То есть захват игры пробуем, не работает захват окна. Если окно захватить не получается, тоже зайдите в игру и переведите ее из игрового режима в оконный режим, и тогда захватится. А если тоже не получается, ну тогда единственный выход — захват всего экрана. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.